Также, ребят, можете заниматься вот такими вещами. Работать с деревом. Я вот делаю чайный столик. Вот. Развивайтесь, старайтесь что-то изобрести свое новое. Порадовать самого себя в первую очередь, потом уже весь мир. Вот такой будет столик у меня чайный, с островком. Вот что пока получается. Сюда будет заливаться эпоксидка. С пхом я еще поработаю. Вот. Это островок для чайничка самого. Вот. И тут внутри будет чайное озеро. Такая штука получается. Очень круто все это будет смотреться. Вот так вот. Все это еще покроется тренировочкой.